Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и региональные уполномоченные по защите прав человека и ребенка подписали тройственное соглашение о сотрудничестве. У нас с этими службами очень большая работа проводится и в течение прошедшего года, и предыдущие года. То есть, поскольку Роспотребнадзор занимается всеми сферами жизни человека, и ребенком, и человеком как на производстве, и окружающей средой, и питанием, и так далее. Поэтому точек соприкосновения в работе у нас очень и очень много. И настал тот этап, когда количество нашей работы должно перейти в качество. В рамках соглашения три ведомства продолжат заниматься защитой прав граждан, в том числе несовершеннолетних, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей потребительского рынка и планированием совместной работы. Создается дополнительный способ взаимодействия. Мы к каждому соглашению на год принимаем план конкретных действий. Это и совместный прием граждан, это и совместные проверки, это и круглые столы обсуждения очень наиболее актуальных вопросов. Во-первых, это придает системность нашей работе. Не просто мы работаем на только обращение граждан, которые к нам приходят, а мы начинаем обсуждать и правовое поле с точки зрения реализации действующего законодательства, и вопросы, которые необходимо решать, включая, внося какие-то инициативы по изменению действующего законодательства, по совершенствованию. Если говорить о сфере прав ребенка, то здесь, пожалуй, я бы сказала, что самая главная наша общая задача – это обеспечение безопасных условий пребывания детей в тех или иных учреждениях. Это касается и образовательных организаций различного уровня, различного направления, и лечебно-профилактические, медицинские учреждения, и социозащитные, и специализированные учреждения. Короче говоря, все учреждения, где ребенок получает различные виды услуг. Теперь нарушенные права граждан будут объективно рассматриваться совместно тремя ведомствами с целью скорейшего и всестороннего их восстановления.